Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1322, события дня. 1 Тимофея 1:15. Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. 1 Тимофея 4:9. Слово сие верно и всякого принятия достойно. 2 Тимофея 2:15. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. За 30 июля 2019 года. Ну, наше объявление. Значит, как все. Тускнеет, не знаешь, как правильно. Тормозните и прочитайте. Переписка. Такая переписка полезная, и много здесь дается знаний. Не комментирую, ничего, просто даю материалы. Вот особенно интересно почитать, Вячеслав пишет. Игнатий Тихонович, чудо какое-то произошло. Тещу крестили троекратным погружением в ее приходе. Видать, допекла ее мысль это о том, что она не крещеная, она батюшку допекла, и тот сам ее пригласил и погрузил три раза. Иерей Сергей Шнуро, зовут этого священника. Вот, Русик Устам Гусейнов пишет. Тут непонятно. Псалом 119 целиком считать, а потом еще и 6 и 7. 119. Ну, разделения нет между этими.
Христу, чтобы он расширил сердце мое, Господи, расширил его сердце, помоги Русику. Вячеслав Игнатий Тихонович, я все глубже и глубже погружаюсь в ваши труды и набираюсь духом вашим, что мне даже становится иногда страшно. За эти 10 месяцев знакомства моя жизнь, мои мысли, мои дела, моя вера изменилась на 180 градусов. Я на себе грехом познал пагубность состояния, в котором пребывал ранее и в котором пребывает большинство верующих, в кавычках, православных. Это страшная прелесть спасения. Люди исповедуются, причащаются, заказывают молебны, считают акафисты, ходят на богослужение. И это считают христианской жизнью. Если копнуть в сердце, то все считают себя спасенными. Под самоуничижением скрылась великая духовная гордость, под смирением – смирение перед миром и трусость, и великая лень, пронизывающая большинство монахов, священников и мирян. Уставное богослужение заменило слово живого Бога и жизнь по Евангелию. Страшный мутант христианства вырос на бедных, непросвещенных душах. Как вы могли поднять голос против этого мутанта? Как вы могли разглядеть его и другим показать? Какая милость Божья посетила наш народ, что он поставил вас глазом вопиющим в степи? Все чаще смотрю на состояние верующих, в кавычках, и лью слезы. Ведь сколько огоньков погибает, сколько людей искренне уверовали, обрели истину в православии, потом их просто духовно убили. И я был убит. Но благодаря милости Божией и вашим трудам я воскрес, и уже знаю этот смрад смерти греховной, елейной, лицемерной. Без ста поклонной молитвы жить не могу сейчас». 7 раз еще ни разу не получалось, максимум 6 раз, а в среднем 3 раза выходит. Игнатий Тихонович, я ваш вечный должник, нет ничего такого, чем бы я мог вам оплатить, чтобы хоть на долю процента возместить то, что вы во мне посеяли. Все, что могу предложить, это утешить вас крепостью своей души, в познании Христа и любви к Нему. Да, великое утешение. Я не знаю, как Бога мне благодарить, что Господь находит такие души. Ему отвечаю, отцу Владимиру Головину, скажите, пусть выздоравливает, и на следующий год непременно на день крещения здесь приезжает со всеми своими друзьями, женой, с Анастасием. И то, что с ним случилось, это все любовь Божия. С ним должно бы стать как раз то, что вы пишете здесь. Но до конца понял ли он это? И есть ли у него начало этого понимания? Ну и далее масоны тут все эти книги нашли. Ефрем Сирин говорит, что... геноцид христиан идет. Ну и события дня, что мы... приехал все-таки бульдозер... Закончили мы на втором мостике, сейчас на Рыжковском, к концу идет сегодня, наверное, и вечером повезли мы, его фамилия Леонтьев, Алексей Лаврентьевич, бульдозерист, 66 лет, показать, какое дальше место работы будет, называется Симаковский пруд или Костровый. Не отойти никуда, ничего, и в другое время приехать меня там и не будет. Ну, теперь общей сложности, может быть, 3 дня, не больше еще. Я там, хорошо помогает Сергей Павлович Пупков, отвозит на работу, и привозит туда горючее, заправляет. Я все это снимал, сколько мог. Сейчас даже не это, не до этого, и что я выставляю, только из того, что осталось. Получилось так, что к концу подходят... прямо совсем к концу то, что я записывал в чат рулетки, сегодня последний выставил, больше не будет, все. Выставлял беседы и труды Сергея парализованного Козлова, тоже к концу подходит, еще несколько дней и все. Ну и вот, показать
наши ресурсы. Это вот я очень люблю его, он у меня такой, уважение большое, мой мир, как он был. Вот. Легко тут переписываться, все. Анастасия Звонова пишет. Вот сейчас сходу беру, открываю. Не считал, не знаю. Спаси Христос за стихи. Давно не открывала мой мир. Мираю, писала. Ну, были они здесь. А что за стихи? А вот стихи какие. Иезекииле 18:22. Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему в правде своей, по которой будет делать, он жив будет. Итак, припоминайте от рода до рода, чтоб все, надеющиеся за него, не изнемогут. Пораскинь-ка умом, где община и дом, где мы будем совсем не в гостях. Если знаем, сподобимся, значит, дойдем, не запутались в интерсетях. Есть подумать о чем и кому преклонить, жизнь бесцельную не ошибиться. Он слезинки сотрет с почерневших ланит, свое имя обрящешь там в списках. Пораскинь-ка умом, если разум есть в нем. Кто мы были и кто теперь есть? Никогда не бываем одни, но вдвоем, а второй облегчает мой крест. Страшно, страшно подумать, что мог быть слепым, оказаться без веры слепым атеистом. И тогда ничего, лишь надмение дым, по наклонной к могиле скатиться. Пораскину умом, хоть ума не палата, несмотря на соседей. Так, но смотря на соседей, их молодежь, быстро в сенях поду буду ахать и плакать. Почему же ты их, как меня, не найдешь? Было много утрат и потерь целых лет, зряшно, глупо и всую потраченных щедро. Пораскину умишкам, которого нет, позволял свои годы безумию черпать. Мне не хватит ума, позабыто немало. Сколько милостей чудных уже пережил. Для ревизии прошлого время настало. Добровольно меняя духовный режим. Пораскину и книги за спину закину. Книгоношей под старость сподобился стать. Не вот рыбку тяни, а не рязкую тину. Рыбаком стал в артели еврея Христа. Пораскину куплеты, пусть строчки дуплетом отрифмованно бьют, освещая вопросы. Я не против отдать композиторам спеть их, и пройдет этот стих, словно баржа на тросе. 7 декабря 2006 года. Иеремия 14:10. Так говорит Господь народу всему за то, что они любят бродить и не удерживают ног своих. Зато Господь не благоволит к ним, припоминает ныне беззаконие их и наказывает грехи их. Вот какие стихотворения. Вот это еще стихотворение тоже, это она к нему относит слова. 1 Фессалоникийцам 4:14. Ибо если верим, что Иисус умер и воскрес, то умерших в Иисусе Бог приведет с ним. 1 Фессалоникийцам 4:14. Мне даже близкие родные говорят, с твоим характером, мол, дело до всего. Как, с кем ты будешь старость коротать? Кому надоедать, с какой егой? А я не верю этим предсказаниям, их злопыхательством на прежние обиды, что невостребованным будут мои знания, и я лежал бы, словно пес побитый. Не верю, не случится, быть не может, но если силы вовсе отойдут, Бог даст людей, на сердце им положит, чтобы лежащие удержал редут. Конечно, во дворе и на столе мои затычки в бочке захмелеют. А так, дай Бог, хотя бы и 100 лет, где в духе жизни родник не обмелеет. Дождусь я сыновей от сыновей, не плотью близких, а родимых в духе, вновь в грудь ударит чей-то суховей, коль масло есть, светильник не потухнет и не погаснет на окне свеча.
Не просто восковая опыт жизни, рассматриваю шрамы от меча, мне нанесенные в застенках коммунизма. Достану книги, молча разогну, целуя крест на розовой обложке. Припомню прежнее сражение, войну, постигшую не раз на смертном ложе. Житейское, похоже, отошло, их беспорядки морщит, переможем. Передо мною море, как стекло, без волн искрится, упирает в ложе. Умиротворенный, с Богом примиренный, навряд ли жизнью сей насытился вполне. Стоят патронами насчитанные пленки, девятый вал мерещится в окне. И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе, ей говорит Дух, а не успокоится трудов своих и дела их иду вслед за ними. Откровение 14:13. Ну, вот так все события. Галиндухин был с ребятишками. Вчера простили, должен был ночью уезжать. Я уже еще не был, не знаю. Вчера было время, съездил на кладбище, на могиле матери и бабушки там был. Помолился, поблагодарил Бога за все. Заехал на стройку к Игорю, его не было, как раз в городе был. Вот такие события с Богом. Это вот наш ресурс. Православный форум Игнатия Лапкина. Очень 1600 тем. Непонятно, почему два теперь получилось. Один закрыть надо. Ну и вот. Просмотр есть или нет, последнее. Все. И во свете Библии, православный библейский сайт. Очень богатый, особенно 4124 ответа по темам. Вот, желаю блага всем, отошел.